Нам нравится считать, что семья и любовь – близнецы-братья. Говорим «семья», подразумеваем «любовь» и наоборот. Но, к сожалению, намного чаще слово «семья» переводится как «собственность». Собственность на жизнь другого человека. Валентина, которая однажды пришла ко мне на прием, тоже была убеждена, что муж от нее никуда не денется. Он принадлежит ей по праву. Рабочий день Валентины Кривенко подходил к концу. Приход мужа к ней на работу стал для Валентины полной неожиданностью. А, привет. А где продукты? Валентина Кривенко, 43 года, мировой судья, замужем. А что, домой их занес? Понятно. Опять ничего не купил. Ну, сейчас пойдем вместе. А стиральную машинку-то хоть включил? Слава богу, хоть одно дело сделал. Валя, я пришел. Петр Кривенко, 45 лет, инженер на механическом заводе, муж Валентины. Ты пришел для того, чтобы сказать, что не в состоянии купить продукты даже по списку. Дай-ка мне его. Я посмотрю, что там. Валя, я к тебе не как к жене пришел. А как к кому? Я подал заявление на развод. Ты что, заболел? Валя, я абсолютно здоров. Я хочу с тобой развестись. Как это? Мы же с тобой прожили 25 лет вместе. Я полюбил другую женщину. А как же я? Не пытайся меня разжалобить. Я у тебя всегда был на последнем месте, а работа у тебя была на первом месте. Ну, хорошо. Я приму заявление. Только первое заседание по этому делу будет не раньше, чем через месяц. И это не я придумала. Так положено по закону. Ну, по закону так по закону. Столько лет терпел, потерплю еще месяц. Но я ничего не могу понять. Мы прекрасно ладили. Прожили полжизни вместе. Никогда почти не ссорились. Какая собака его укусила? Как уважительно вы говорите о намерениях мужа. Ну а что? Он жил, как у Христа, за пазухой. Ему даже не надо было никаких решений принимать. Все я взяла на себя. Может, его именно это не устраивало? Ну а кто его спрашивал-то? Если бы я ничего не предпринимала, он даже бы работу не нашел. Так бы и сидел дома. Выходил бы только за продуктами в магазин, за дочкой в школу. А сейчас он тоже домработницей работает? Конечно. А как? У меня очень много работы. Я даже по вечерам дома сижу над делами. Ну, честно говоря, какой уж домработницей? Даже приготовить толком не умеет. Обходимся полуфабрикатами. Ну что, поесть есть что-нибудь? Нет. Я точно не буду, я кофе пью. А ты, если хочешь, посмотри что-нибудь в холодильнике. Там, по-моему, колбаса осталась. Сделай себе бутерброд. Ты же прекрасно знаешь, что мне нельзя бутерброды. У меня гастрит. Господи. Ну, если у тебя гастрит, свари себе кашу. Что, ты сам не можешь молоко, что ли, достать? Могу. И молоко достать могу, и кашу могу сварить. Все могу. Гастрит у него. Можно подумать, я в этом виновата. Валентина. А что, он не стоит того, чтобы его пожалеть, посочувствовать ему? Я уж не говорю о том, чтобы позаботиться. Я не знаю. Стоит, наверное. Петр сообщил Валентине, что он решил переехать к любовнице. Настя скоро приедет на каникулы. Мы должны будем ей все рассказать. Настя, между прочим, взрослая девочка. Она все прекрасно понимает. Да как ты можешь так говорить? Мы для нее одно целое. Девочка наверняка очень сильно расстроится. Это меня. Алло. Это Настя. Здравствуй, доченька. Да-да. Сейчас. Мама трубку вырывает. Ага, сейчас даю. Струсил? Да, малыш, привет. Как ты? У меня все хорошо. Анастасия Кривенко, 21 год. Студентка, дочь Валентины и Петра. Сегодня сдала последний экзамен на 5. А вы как? Ну, а мы просто отлично. Мам, что с тобой? У вас точно все в порядке? Точно. Только очень по тебе скучаем.
Даже задумываемся, не завести ли нам еще ребеночка, пока молодые. Ты ведь всегда далеко. Правда, папочка? Ну, насчет детей не знаю. Но вот о внуках вам, возможно, скоро придется подумать. Что ты имеешь в виду? Я замуж собралась. Ой, кто же твой избранник? Его зовут Максим. Он учится у нас на курс старше. Мамочка, он просто замечательный. И его родители мне тоже очень понравились. Ты знаешь, у него такая замечательная семья. Максим очень хочет с вами познакомиться, так что завтра мы к вам приедем. Готовьтесь. Завтра? Настя, подожди, подожди. Настя! Все, больше говорить не могу. Пока. До завтра. Ну и что происходит? Почему ты молчишь? Что с Настей? Настя выходит замуж. И завтра она приезжает сюда со своим женихом. Знакомить его с нами. Ну, отлично. Отлично-то отлично. Только о нашем разводе мы ей сказать теперь не можем. Не понимаю, какая связь? А такая. Она сейчас счастлива. Даже по телефону слышно, как голосок ее звенит. И эта новость ее просто убьет. Потом мы не знаем, как к этому отнесется ее жених. Так а он-то здесь при чем? Как это при чем? Настя сказала, что у него отличная семья. Вдруг он узнает, что мы разводимся и вообще передумает на ней жениться. Да что, он идиот, что ли? В общем, так. Завтра они приезжают, и пока они здесь находятся, мы делаем вид, что у нас все хорошо. А потом катись на все четыре стороны. Ну, если для Насти так будет лучше... Алло. Привет, солнышко. Слушай, я не могу к тебе сегодня приехать. Да тут обстоятельства сложились. Я по телефону не могу тебе говорить. Приеду, все объясню. Прошу тебя, не плачь. Да, да, не могу. Ну, к сожалению, так вот. Солнышко. Я тебя прошу, да не плачь. Не плачь, я прошу, да все будет нормально. Не плачь. Вещи прибери. Совсем, что ли, он уже ослеп? Да, посуду уложил. Что это? Ты же обещал. Настя приезжает завтра, а сегодня я пойду к Марине. Завтра вернусь. Валентине оставалось только надеяться, что приезд дочери остановит Петра и даст ей время, чтобы попытаться все исправить. Валентина пораньше ушла с работы, чтобы приготовить праздничный ужин в честь приезда молодых. Она очень волновалась, как бы муж за столом не сболтнул лишнего. Боже, это все ты приготовила? Ну-ка, разложи-ка салфетки. Мам, пап... Разрешите еще раз и теперь уже официально представить. Это Максим, мой жених. Ну, а это мои любимые родители. Здравствуйте. Я вас примерно такими себе и представлял. Максим Полянский, 22 года, студент, жених Насти. Очень рада. Пожалуйста, к столу. А вы знаете, когда меня Максим к себе в гости пригласил, его мама приняла меня как родную. Даже на прощание расцеловала. А папа у него такой галантный. Я когда за стол садилась, он мне стул отодвинул, как в ресторане. И вообще они все время шутят, такие милые. Да. Ну, нам, наверное, будет трудно соответствовать. Надеюсь, у нас сложатся очень хорошие отношения. Да. Ну, что же мы сидим с пустыми тарелками? Давайте, накладывайте, Максим. Да. Мам, ты знаешь, Максим к нам на несколько дней погостить, а потом он вернется к родителям. Так что его родители очень хотели тоже с вами познакомиться, и тебе придется еще раз блеснуть своими кулинарными талантами. Да-да, хорошо. Вот, попробуйте-ка, пожалуйста, еще. Попробуй, попробуй. Пальчики оближешь. Да, спасибо большое. Все так вкусно выглядит. Вы просто замечательная хозяйка. Настя, а мама тебя тоже научила так вкусно готовить? Конечно, научила, конечно. Ведь у нас мамочка первый сорт. Спасибо, милый, за комплимент.
Работая мировым судьей, Валентина Кривенко часто сталкивалась с делами о разводах. Но она не могла предположить, что ее семью постигнет та же участь. Муж Валентины Петр объявил, что полюбил другую женщину и переезжает жить к ней. Дочь Валентины Настя сообщила, что выходит замуж, и Валентина не смогла рассказать дочери о предстоящем разводе. Чтобы предстать перед женихом в лучшем свете, Валентина и Петр решили изобразить счастливую семью. Но втайне Валентина надеялась, что свадьба дочери остановит Петра и даст ей время, чтобы попытаться все исправить. Мне подушку можешь не стелить. Я лягу отдельно. Я не настаиваю. Ну, только где же ты ляжешь спать? В гостиной ведь постелили молодым. Но у нас в доме была раскладушка. Ой, делай, что хочешь. Только так, чтобы Настя с Максом ничего не заподозрили. Я не знаю, где раскладушка. Даже тут ты не можешь без меня обойтись. Пошли. Ой, ну ты как слон в посудной лавке. А сама-то что, лучше, что ли? Что у вас случилось? Может, помочь вам? Да нет, ничего, мы сами справимся. Прости, что разбудили. Да мы не ложились еще. А зачем вам раскладушка? Дело в том, что я... Душно в комнате. Душно. Вот, он хочет спать на балконе. На свежем воздухе. Вы закаленные, там уже холодно. Да еще и дождь, я слышал, пойдет. Действительно, холодно. Не буду на балконе спать. Надежды Валентины на примирение с мужем после приезда дочери не оправдались. Петр лишь изображал любящего мужа, а на самом деле все больше и больше отдалялся. Свет погаси. Я так старалась, столько всего приготовила. Петр мою стряпню нахваливал. Надеетесь, что ему хватит одного вашего кулинарного бенефиса? Ну, за столом он смотрел на меня почти как когда-то. И я надеялась. Он очень хороший человек. Я его очень люблю. Но спать он лег отдельно. Вот интересно, что же твою любовью-то называете? Мы женились только по любви. Конечно, я его люблю. Я даже завтраки стала готовить. Садись за стол, все уже готово. Готово? О, ты сварила кашу? Угу, ну-ка. Угу, вкусно. Доброе утро. Угу. Что у нас на завтрак? Фу, гадость какая. А по-моему, очень вкусно. Тебя, по-моему, учили, а еде так не говорят. У папы гастрит. Ему нужно по утрам есть кашу. Какой еще гастрит? Первый раз об этом слышу. Правильно. Потому что совсем не интересуешься здоровьем отца. Дочка мне тоже называется. В общем, ешьте свою кашу, а мы с Максом себе бутерброды сделаем. Но я боюсь, что для Петра это только игра. И он делает вид, что у нас все хорошо только ради дочери. Вы же говорите, что вы его любите. А разве тогда... Вам не в радость просто заботиться о нем, ухаживать за ним, даже если и напоследок. В этот вечер Максим должен был уехать, и Валентина решила устроить торжественный ужин. Вы кого-то ждете? Нет. Пойду посмотрю. Дима, Петя, я пришла за ним. Марина Васина, 29 лет, не замужем, диспетчер в ЖЭКе, любовница Петра. И не надейся, тебе его не удержать. Тише, не шумите, пожалуйста. А в чем дело, скандала боишься, да? Так я его тебе сейчас устрою. Вы, вероятно, его новая пассия. Так будьте добры, ведите себя прилично. А ну, пропусти меня. Сейчас ты мне подыграешь, а завтра получишь своего Петю. Договорились? Пошли.
Познакомьтесь, это моя подруга. Подруга? 100 лет не виделись, да, свалилась, как снег на голову. В Крыму вместе отдыхали, ты что, не помнишь, забыл? Марина, как-то изменилась Марина. Что же ты нам не позвонила? Ты же могла нас не застать. А у меня телефона вашего нет. К сожалению, мне пора на поезд. Спасибо вам огромное за угощение, за прием. Вот мой телефон на всякий случай. Знаете, мне вас очень понравилось. Настя, у тебя просто чудесная семья. Спасибо. Пойдем, я тебя провожу. Ты зачем сюда пришла? За тобой. А что это с вами? У вас такие лица? Настенька, твой папа уходит от нас. К этой самой Марине. Так как ты мог? Тогда я тоже отсюда поехала. Куда она? За Максом? Это все из-за тебя. Нет, это все из-за нее. Это она весь этот спектакль здесь устроила. Ну вот что! Валите отсюда оба. Мне это все надоело. И немедленно! Я осталась совсем одна. Петра я выгнала, а Настя убежала к Максу. Погодите, он сам ушел или вы его, такого любимого, выгнали? Я не могла смотреть ни на него, ни на его Марину. Это было просто невыносимо. А она еще начала хамить. Ну, я и не выдержала. Теперь уж он точно до самого развода домой не вернется. Валентин, ну а зачем ему возвращаться? Вы же его сами выгнали. Откуда ему знать, что вас это не устраивает? Ну, я же жена его. Пока еще. А из чего последние годы следовало, что вы ему жена, а не начальник? Людям-то обычно хочется, чтобы любовь к ним, ну, как-то проявлялась, а не только подразумевалась. Валентина уже несколько дней безуспешно пыталась дозвониться до дочери. Абонент временно недоступен. Пожалуйста, позвоните позднее. Где-то у меня был телефон Макса. Алло, Максим? Здравствуй, Максим, это Настина мама. Максим, она мне очень нужна, ты не мог бы ее подозвать к телефону? А почему вы ее у меня ищете? Я же к родителям уехала, она дома осталась. Как осталась? Она же за тобой побежала. Так ты что, ее после этого так и не видел? Как убежала? Что у вас случилось? Максим, не спрашивай. Так что же с ней произошло? Куда она пропала? Я, наверное, сейчас в милицию побегу. Так не волнуйтесь, пожалуйста, не надо никакой милиции, я ее сам найду. Максим, позвони мне сразу же, как ты ее найдешь. На следующий день Петр приехал к Валентине, чтобы забрать свои вещи. Телевизор где? Этот какой-то старый. А в комнате другой был. Этот из кухни. А тот пусть останется Вале. Холодильник ты ведь покупала? И стиральную машину тоже. Может, тебе еще что-то нужно из моих вещей? Так ты сходи, посмотри. У тебя холодильник есть, а стиралку я тебе куплю. Когда это будет? А мне пылесосить нечем. У меня пылесоса нет, мне надоело всю жизнь на карачках полы мыть. Угомонись и не лезь в мои семейные дела. В семейные? Тогда я тебе кто? Строил черт знает что. Откуда в тебе столько жадности? Это я-то жадная, а она у тебя, видите ли, святая. Вот вам, девушка, семейная ложа на первое время. А это вместо пылесоса. Спасибо. Здравствуй. Здравствуйте. А что здесь происходит?
Через 20 с лишним лет совместной жизни муж Валентины Кривенко, Петр, объявил, что любит другую женщину и хочет развестись с женой. Валентина любила Петра и решила приложить все усилия, чтобы вернуть мужа. Дочь Настя объявила, что выходит замуж, и Валентина надеялась, что подготовка к свадьбе даст ей время, чтобы наладить отношения с мужем. Любовница Петра пришла к ним домой, и Валентине пришлось рассказать дочери о предстоящем разводе. Расстроенная Настя убежала из дома, и Валентина безуспешно пыталась ее разыскать. Мужа Валентина больше не удерживала. Вот полюбуйся, будущий зятек, на нашу счастливую семейку. Разводимся. Ах, вот в чем дело. Теперь понятно все. А я вот приехал вам сказать, что нашел Настю. Слава богу, как она? Ну, вы знаете, она сначала действительно за мной побежала, а потом поехала к себе в общежитие. Я ее там нашел. Хотел с ней поговорить, но никого не хочет слушать, только плачет, не хочет ни с кем разговаривать. Даже меня выгнала. Я не знаю, меня-то за что. Я ведь люблю ее. Ой, ты на нее не сердись. Это мы во всем виноваты. Она когда сказала, что привезет тебя с нами знакомиться, мы испугались, что из-за нашего развода ты сможешь передумать жениться на ней. Вот и разыграли счастливую семейку. А когда ты убежал, мы на нее все и вывалили. Бедная девочка. Она так расстроилась. Я вот только не понимаю, при чем тут вы? Я ведь не на вас женюсь, а на Насте. Я ее очень люблю. И вы знаете, простите меня, конечно, но мне все равно, кто ее родители. Я женился на ней, даже если бы она была сиротой. Алло, Настя? Подожди, не бросай трубку, подожди. Я сейчас вместе с твоей мамой. Она мне все рассказала. Да, приезжай, пожалуйста. Ты ей сейчас очень нужна. Ну, конечно, люблю тебя, глупышка. Давай, пока. Вадим. Настя приехала сразу, как только узнала, что матери нужна ее помощь и поддержка. Это я во всем виновата. Все хозяйство на него повесила. Срывалась вечно по мелочам. Мамочка, ну не убивайся ты так. А ведь сколько на работе через меня разводов прошло. Я все время думала, ну как близкие люди могут разводиться из-за ерунды? Да только вот чужой опыт меня ничему не научил. Осталось у разбитого корыта. Ребята, берегите друг друга. Обещаете? Обещаем. Правда, Настя? На этот день был назначен развод. Ну что, пошли? Я же просил тебя не ходить со мной. Ну зачем она здесь-то? Пришла убедиться, чтобы все по-настоящему было. Слушай, уйди лучше по-хорошему. Не уйду. Тебя же на минуточку оставить нельзя, тем более вот с этой. Дай мне заявление. Ты что делаешь? Прости меня, если можешь. Эй, ты чего это? Ты передумал, что ли? Да, передумал. Пустишь меня обратно? Ну и черт с тобой. Что, я себе получше мужика не найду? М? Малахольный. Мамочка, ну не плачь. Да это я от радости плачу, доченька. Мы передумали разводиться. Папа хочет вернуться ко мне. Ты его вот так прям сразу простила? Да. Потому что в том, что произошло, виноваты мы оба поровну. Настя, по-моему, твоя мама все правильно сделала. Я рад, что так все хорошо закончилось. Я так боялась, что вы и вправду разведетесь. Пойдемте. Помните старый анекдот? Я люблю, когда мужчина рядом. Рядом, я сказала. А вы никогда не задумывались о том, что частенько это вовсе не анекдот, а суровая реальность? Во всяком случае, для Валентины из нашей истории это оказалось именно так. Ее с Петром семья начиналась, как все остальные семьи, с обручальных колец. Но потом, незаметно, одно из колец превратилось в строгий ошейник для Петра. И оказался Петр в положении цепного пса.
Нравится, не нравится, а делай, что положено. Ну, кто ж цепного пса о чем-то спрашивать будет? Ну, а если что не так, всегда можно за цепь потянуть, и все будет как положено. Но в один прекрасный для него, ну, конечно же, не для Валентины момент, Петр вспомнил, что он вовсе не цепной пес. От ошейника освободился и был таков. Вот и пришлось потом Валентине заново выстраивать близкие отношения, но уже со свободным человеком, а не с подневольным существом.